Мы с вами, друзья, находимся в магазине, в таком шоколадном магазине, который называется Seas Candies. И это не дешевый магазин очень качественного американского шоколада. Вот видите, здесь очень много, на самом деле, такого упакованного. И когда туда заходишь, они говорят, тебе чего, значит, там, 1 фунт коробку, 2 фунта коробку. То есть они так вот, значит, такие ассорти делают. Давайте я отойду, чтобы лучше видно было вот так. Значит, вот они делают такие ассорти. И вот на паунды. Какая у тебя коробка? Хочешь, там все будет молочный шоколад. Хочешь, там все будет значит, черный, да? Dark chocolate. А, вот они. Пожалуйста. 18.50. Это не дешево. Это не дешево. Но шоколад хороший. Это как бы такой американский бренд. Очень-очень известный, очень востребованный. Не могу сказать, что в магазине полно народу. Это не так. Я-то чего зашел? Я думаю, надо что-то взять сотрудникам, подсластить жизнь. Думаю, сейчас зайду, возьму что-нибудь. Вот видите, такие фирменные упаковки, такие коробки, Seas Candies, там с лого, со всеми делами. Я думаю, надо пойти взять что-нибудь для наших. Наверное, что-то вторник там, еще работать несколько часов. А вдруг оказалось, что нет конфеток. Смотрите, обычно студенты приносят много. И я сам подумал, не съесть ли мне конфетку. А говорят, кончились. Я говорю, ну вообще. Вот. Такие подарочные наборы. Думаю, надо пойти что-то такое съесть. Вот. Вот такие маленькие коробочки. Видите, они там по 4,65. А зато две коробочки будет только 7,90. И потом каждый следующий по 3,95. Да. Да, теперь, значит, мы видим такие вот конфеточки в таких чашечках. Вот. И тут же такие шоколадки у них свои есть. Вот они. Шоколадочки по $1.75. Небольшие. Вот они. Конфетки с названиями. Ходите, выбираете, какие вам нравятся. Вот это пакетики стоят. Потому что видите, это пакетики. Тут конфеточки. Тут конфеточки, это орешки. Я так да. Лапа черного медведя. Вот это. Вот. Я извиняюсь, тут со всех сторон блики. Но ничего не могу поделать, потому что это блики от стекла витрины и лампочки наверху. В общем, тут всего такого много. Вот видите, такое их называется каменистая дорога перед вами. Ну, в общем, что сказать, друзья, любителю сладкого здесь плохо не будет.